Привет. Возможно, ты новенький, возможно, не новенький человек на этом канале. Сразу веду тебя в курс дела. Сегодня я буду распаковывать. Я нашел себе крутую материнскую плату от MSI Z790 Carbon Wi-Fi. Получил, сейчас распечатаю. Здесь происходит именно то, что я собираю. Круто. Элитный ПК. Элитный я его называю, потому что у меня Corsair, у них там все. Вот элит, элит, водянка элит, вертушки элит. И я его начал называть элитный. Материнская плата от MSI. Нашел лучшую цену, которую смог найти. Давай с тобой вместе распечатаем. Посмотрим, целая ли она мне пришла. И... Как оно вообще, что с ним можно сделать? Давай, мне самому очень интересно, распечатаем, погнали. Ну, естественно, возможно, вы уже смотрели, возможно, вы первый раз на моем канале, тогда я сейчас скажу. Этот обзор, это не техно-обзор. Какие-то характеристики, что-то я уже знаю. Про материнскую плату сразу же хочу сказать. Вот боль. DPD мне доставляли, вот здесь тоже пнули. Ух, страшно распечатывать, распаковывать. Возможно, вы первый раз на моем канале и вы не понимаете, а что происходит, если технических характеристик не будет. А будет следующее. Я вам сейчас назову сумму. Возможно, вы ищете такую материнскую плату и искали такого продавца проверенного. Вот проверенный продавец, можете... Ну, проверенный, я такой вперед забежал. В общем-то, шли мне они вместе с моим блоком питания. Я не сказал, 37 на момент заказа, 37 590, а вкусная цена. Это у нас MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi. Классно, для новых поколений процессоров. Процессор будет у меня i9 13900K. Ну, на данный момент это топ. И вообще у меня топовая система. Так, вот такая вот надутая. В целом вот так вот мягко, но вот так вот они очень легко прогибаются, не лучше. Пупырка как будто бы плотнее, а тут просто пакет воздухом надут, накачан. Но вот так вот очень мягко. Наверное, за счет того, что мягче, наверное, они такое используют. В несколько слоев это сделано. Ой, хоть бы было достаточно слоев. Все, я чувствую коробку. Снизу тоже это сделано. Все, в карабасике больше нет ничего. Вот так вот я вам покажу это. Все это. Туш. Ну, вот так вот это выглядит у нас. Как я вам сказал, MPG Z790 Carbon Wi-Fi вышло на момент заказа 37 590. Повторяю это еще раз. Вдруг там, по-моему, вначале что-то у меня сбилось по съемке, или я на запись не нажал. В общем-то, хорошо, что сама коробочка вроде бы как не пострадала. Знаете, чего нет? Чего нет? Нет пломбы. Вот здесь вот нет пломбы, но, наверное, ее и не должно быть, скорее всего. Если вы знаете, скажите, должна вот здесь пломба быть? Вы обычно просто на всяких таких дорогих вещах. А для меня это очень дорогая вещь. Блин, я и называл. Короче, у меня будет Core i9 13900. Вот здесь у нас написано Intel Core Super 13 Gen. Чипсет Z790, что мы тут еще видим, Audio Boost 5, Smart Button. В общем-то, друзья мои, все, наверное, характеристики, вы, наверное, не хотели слушать от меня характеристики, и уже видосики по этим материнским платам есть у более толковых людей, которые в этом разбираются. У меня же вы можете посмотреть цену, где я заказал. Срок доставки расстраивает меня. Сейчас расскажу вообще, каким образом это все шло. Оно где-то за недельку, за две после заказа, в целом месяц шло, 30 дней шло ровно. Дошло оно за неделю или за две до России, но в Уссурийск, в Россию, в Уссурийск, я живу в Свердловской области, и до меня шло еще две с чем-то недели компании DPD. Возможно, это не самая быстрая транспортная компания. Возможно, поэтому. Но китаец как-то экономит. Две недели. Мне кажется, это не самолетом летит, это едет конкретно на грузовичках сюда, все в Россию. Поэтому в Уссурийске все это прибыло. Так.
Давайте посмотрим, заглянем внутрь. Хочу вам признаться, сразу же хочу признаться, что я первый раз в жизни самостоятельно собираю ПК, свой собственный... О! Ну, получается, продавец был и внутри. Чего забыли накачать-то вот эти пакеты? Вот, потому что вот эти пакеты у нас спущены. Но не вижу никаких повреждений. На коробке самой не вижу повреждений, что очень бы сильно расстроило. Здесь тоже внутри пупырчатые надувалки. Но вот снизу пакет, вот я его таким образом достаю, он спущен. Он спущен, и, возможно, он просто под весом самой матери его вот так вот спустила. Вроде бы мать визуально пока при первом осмотре, она без повреждений. Давайте посмотрим, что это за коробочка. Что это у нас за коробочка? Так. Ага, здесь у нас, я так понимаю, ну да, это антенна Wi-Fi. Аккуратненько достаем нашу материнскую плату. Материнская плата весит, прям весит. Если интересно, наверное, интересно, я ее сейчас прямо взвешиваю. В комплекте мы имеем тут парочку, нет, это не парочка, это один. Да, удлинитель для два удлинителя 4-пиновых для кулеров. Здесь у нас есть еще какой-то 3-пиновый. Здесь, так, что у нас? SATA. Два штучки, один согнутый, другой нет. И, точнее, это еще не все. 4 замочка для М2 памяти, потому что как раз-таки под М2 на карте, на материнской плате 4. И я офигел, я думал, что это такое лежит, что это такое? Это флешка фирменная, стильная флешка. В комплекте есть еще куча всего, таких вещей, как стикеры, есть инструкции даже, как поменять, как установить охлаждение или установить где-то здесь процессор, сам процессор в сокет. И, в общем, вот такие вот вещи, подсказочки вам. Вот где у нас есть сама пломба. Давайте не так сделаю. Я сделаю, как взрослые, крутые, именитые дядьки. Они делают это все дело на коробке. Я почему-то решил это все крутить на столе. Килограмм 785 грамм. Это я еще и неровно кладу, потому что... Килограмм 786 грамм. Почти 2 килограмма весит материнская плата. И это уже что-то да значит. Охлаждение на ней должно быть роскошное. Ну что, давайте снимать пломбу. Так, опять возвращаю все это дело на коробку. Страшно прямо болтать в руках. Давайте аккуратно попробуем снять пломбу. Очень радует. Бам, все. Ну, кстати, если бы до меня пломбу кто-то срывал, здесь остаются, всякие штучки остаются, да увидите. На пломбе также есть прорехи, то есть я, если наклею, уже будет видно, что это срывалось. До меня это не срывалось, то есть пломба запечатана по заводу. Так вот у нас эта красота выглядит. Есть, конечно, наверное, платы круче. По-моему, SS Rock покруче будет плата. Ну, стоить она будет 70 тысяч, если у вас... Audio Boost 5. С аудио здесь тоже все переработано. Очень круто. RGB будет подсветочка, если вам это важно. В белом цвете, по-моему, такой нет. Или я не видел. LED SV1 off on. Похоже, выключение подсветки вот здесь вот у нас происходит. А также хотел показать вам основной, точнее, самый первый М2, который у нас самый-самый скоростной. Вот так вот он быстросъемный. Не надо ничего крутить, вы просто пальчиком здесь нажимаете, все снимаете. И вот у нас сюда М2 залетает. Термопрокладка здесь уже присутствует. Так что не надо ничего городить, придумывать или вертеть. Вам просто надо снять защитный слой и уже вкорячить свою М2. Здесь вот такая вот головочка. Вот таким образом это все дело фиксируется. Сокет... LGA 1700, по-китайски у нас здесь написано, мы будем заменять на
планку, выравнивающую планку от Thermal Ride, потому что, ну вряд ли я вас сейчас этим удивлю, потому что из-за нового поколения процессоров 12 и 13, что случилось, что произошло? Процессор вытянутый, процессор большой, фиксируется он все так же за ушки, и немножко сами Intel не продумали. Он давит на него чисто посередине, можем назвать это так. И процессор имеет какой-то небольшой сгиб. Металлизированный вход под видеокарту. Потому что весят много, весят дофига, размер большие, и они вот таким образом решили металлом укрепить все это, но вряд ли, думаю, без дополнительной подставки. У меня система будет топ, но видеокарта не топ. 4090, но извините меня, у меня таких возможностей нет. Будет 3080 на 12 гигов. Она тоже достаточно тяжелая видеокарта, но 4090 вообще не огромная, никакой вот такой вот из небольшого металла ничего не выдержит. Без дополнительной стоечки, стоечку я тоже заказал, недорогую, прикольную, самое простое, стиль в простоте, у меня вот так вот, возможно, у вас как-то по-другому. Юзер-мануал, если хотите получить всю инфу по установке этой материнской платы, вы отсканируете просто QR, можете вот здесь отсканировать, хотя зачем вам здесь, у вас, наверное, своя коробка есть. В общем, сканируете QR, проходите на сайт и получаете юзер-мануал, там все будет очень подробно описано. Вот вижу, у меня под антенны как раз таки входы, а это входы ли? Wi-Fi 6E. Так, ничего, никуда не буду тыкать. У нас уже есть Type-C. У нас ни одного разъема 2.0 USB. У нас все разъемы либо 3.2, либо 3.0. Их всего 2. И HDMI есть прямо в плате. Так что я понимаю, если кей использовать процессоры, можно видео... чип. Можно вообще без видеокарты бахать, подключать под HDMI, и будет тебе счастье, дорогой мой друг. Но я не знаю, кто ты, если ты берешь себе просто в обычную сборку, и у тебя не хватает на видеокарту. Ты, наверное, ты либо я, либо интересный тип. Можно сказать, и вы будете правы. Зачем тебе Z790? Ты мог на 690 спокойно собрать на 13900 процессоре Кей. Да, мог. Разница была не очень большая, я имею в виду, что у этого продавца, когда я покупал, разница не сильно была большая, поэтому я заказал. Вот такая вот полноразмерная ATX материнская плата, очень хорошо подойдет для разгона. Хотя для 13900K вряд ли нужен разгон, скорее всего нужен андервольт. Не скорее всего, я буду этим заниматься, но это все потом. Для начала все это надо собрать. Что меня радует, это офигенный радиатор. Почему он столько весит? Потому что здесь радиаторы очень массивные, очень массивные и очень хорошо, видать, продуманы. Они везде аккуратно, все везде, вот куда надо, все с наложением. Даже вся вот эта система, если у вас М2, у меня, кстати, будет М2 жесткий диск. Очень горячий от Samsung, зато какой скоростной. 990 Pro Samsung — это топовая модель, можно сказать, но очень тепленькая. Зато здесь радиатор, надеюсь, справится, тем более он здесь с термопрокладками, а вот с диска, наверное, надо будет снять наклейку. Это спорный вопрос, и я так до конца и не понял. Там 2 градуса разницы, но горячая системка у меня будет. Что касаемо М2, у нас здесь 5 разъемов под жесткие диски М2, то есть ген 5-го поколения у нас вот 2, 1 и 2, и остальное 4 поколения. 5 в общей сложности получается, но это ген 4. 7450, представляете, насколько эта штука тепленькая будет, а представьте их два сюда затолкать, насколько это будет тепло вместе с видеокартой какой-нибудь горяченькой. Вот у меня 3080
Asus TUF будет. Давайте я вам скажу небольшую особенность этой материнской платы, которая мне не очень заходит, в плане того, что да, вы не будете это делать часто, да, возможно, вы вообще этого не будете делать никогда. Что я хочу сказать? Батарейка для BIOS, которая держит ваши данные как по настройке BIOS, она находится вот здесь, давайте, как раз таки вот здесь будет сейчас видно, она находится вот здесь, и здесь не просто какая-то вам батареечка, а там батареечка именно, так, батареечка там с проводочками, и она прямо в пленочки, и это такая особенная прям батареечка, она такой продается. Просто знайте это, что это не очень будет вам удобно, если вы захотите это поменять. Находится она, где у вас все выходы на задней части панели, она вот здесь вот снизу находится у радиатора. Я бы хотел вам ее снять, но я не смогу этого сделать, потому что она приклеена на двухсторонний скотч. Вот это технология M7. Вообще же никак нельзя было на такой крутой плате по-другому сделать. Давайте на двухсторонний скотч приклеим эту таблетку. Болты с материнкой не идут, так что ваши болты, знайте, что у вас болты будут идти с вашим корпусом. Давайте накидываем материнскую плату. Так, что, немножко спиной к вам стану, потому что по-другому мне никак не подкинуть. Очень-очень аккуратно это делаем. Флешка, во-первых, отформатирована в NTFS, и на ней ее нельзя затирать под BIOS, потому что для BIOS нужна флешка FAT32, если вы хотите прямо на материнке обновиться на этой, надо FAT32. Сейчас расскажу, как это будем делать. Так вот, про флешку. Там есть все драйвера, руководство под эксплуатацией. В общем, вся полезная информация и все полезные прошки там на ней есть. Так что ее не затирайте. Потом посмотрим, установим с нее что-нибудь. Материнская плата встала в корпус. Очень все это дело симпатично выглядит. Николаевич говорит, что это все ужасно, но... Это не так ужасно, это все временно, и все, красота будет здесь. Сейчас мы начинаем заниматься тем, блин, я контакт свой свечу, что будем обновлять BIOS. Для этого на нашей материнской плате есть кнопка обновления BIOS, у нас есть 3.0 уже разъем для обновления BIOS, он здесь так и написано, Flash BIOS и Flash BIOS Button. Button. Обновление. У нас есть еще Smart Button. Clear Smos. Это сбросить, если уж совсем что-то накрутили. Зашли на сайт MCI. Зашли во вкладку Support. Нашли свою материнскую плату. Это у нас MPG Z790 Carbon Wi-Fi. И смотрим последний вот BIOS. Последнее обновление BIOS у нас от 20.03.09. То есть вообще свежак. Мы скачали его. Открываем папку. И вот здесь есть два файла. Второй файл у нас E7D8AMS. Мы его переименовываем, вот этот файл, называем, так, он у нас здесь уже на флешке назван, я почему-то сразу решил это, msi.rom называем, и кладем на флешку, которую мы FAT32 форматируем, FAT32, кладем небольшого объема флешку и кладем просто в общее, в корень MSI-ROM, вот этот. Все, дальше мы засовываем это все в, ну, в USB-порт для обновления BIOS. Погнали. Для того, чтобы обновлять BIOS, нам надо полностью сначала отключить от питания, после чего воткнуть флешку. Включить питание. Включить питание. Нажать на кнопку обновления, по-моему, удерживать надо, да, около 6 секунд, и потом начнет мигать. Ну, мы сейчас все это увидим, может, что мы гадаем, мы сейчас все это увидим. Вообще, мы только все это собрали, получается, и вот оно у нас здесь, оно симпатично еще более-менее выглядит, а мы просто решили сразу обновить BIOS, чтобы отмести всякие неприятные моменты, когда... Аханье, уханье. Просто обновиться сразу BIOS. Это полезно, важно и нужно делать. Погнали. О!
загорелся. Плата загорелась. Smart. Смос. Мы не нашли флешку, но разбили FAT32, целый жесткий диск. Ну а что, тоже тема, только единственное, что ему надо питание. Разбили хитро, он не будет думать, что это огромный жесткий диск. Подключаем. О, вертолетер полетел. Ну что, врубаем? Давай. Так, подключаем нашу флешку в гнездо. Это гнездо обычно помечено. Вот, а большим квадратиком, и да тут и подписано, вы не ошибетесь. Ну что, запускаем питание, нажимаем. Запускаем питание, баунс. Интересно, он реально поймет, что это флешка? Будем надеяться. Попробуем? Угу, нажимаем. И оно само сразу мигать начало. Даже держать не пришлось. Раскручивается. Он уже установлен. Слушай, он походу на этой плате даже не решил не мигать. Вот он, смотри как. Замигал, ой, вертушки замигали. Замигал, обновляется, все. Вертушки, а так и Corsair весь. И... Так, наш диск мигает, мы можем отслеживать, что процесс обновления идет, BIOS кнопка мигает, наша станция мигает. Все мигает. На плате полетели коды, он проверяет все. Мы подключили HDMI напрямую прямо в материнскую плату. Просто телевизор вот подключили. Если подключить клавиатуру, можно будет установить Windows 11 прямо сейчас. BIOS подгрузился. Enter вот Setup. UEFI, OS. Сейчас Enter будет. Setup. Вот она. BAMS, BIOS. Заходим в BIOS. Какое все-таки у MSI приятное меню, я бы сказал. Тут все под рукой, все как будто что-то бы... Какие-то профили, непонятно. О них можно, я так понимаю, юзер 1, юзер 2, я думаю, можно настроить и сохранить свой профиль. На корпусе не все подболтики были. Один был штырек, и вот он вот здесь вот. Это центровая штырек, он направляет вашу материнскую плату. Обновляем то, что они предложили нам на своей фрешке, проверяем какие... Ну, что вот, например, сетевые уже установились прямо... Wi-Fi подзагрузился. Системное устройство. Системное устройство. Вот это он нашел. Это просто поддерживает у меня видеокарту, потому что карта тяжелая, а стоечка еще и прийти не успела. Вот так материнская плата уже с полным подключением всего-всего-всего, всех компонентов, всех элементов. Смотрится, если в черном цвете, вот как у меня, все в принципе гармонично, все стильненько выглядит. Класс, очень доволен. Самое главное, что все рабочее, и это не может не радовать. Ну что, вот такая вот материнская плата пришла, ой, хорошо пришла, вообще без единой коцки какой-то, все доставили классно. Минус, конечно, что доставляли не быстро, почти месяц доставляли, ну как не быстро, когда ты каждый день ждешь, для тебя этот месяц, он длится... как год, но так-то, зато в целости сохранности, они шли, кстати, у меня вместе с блоком питания, прям отслеживались, доставили до квартир DPD, с этим как бы проблем не было, вот все целое. Долго, но все целенькая цена, супер на момент заказа, это не дешево, но и комп у меня такой как бы серьезный, можно ли это серьезный, я как бы конечно с таким этим называю серьезно, но мне кажется крутой комп получается, цена космос просто за все это. Я не знаю, как я это все позволил себе. Не об этом. Друг мой, возможно, тебе было полезно. Есть вопросы, задай в комментариях. Пока нареканий нет, все работает круто. Если я тебе был полезен, подпишись на канал, поддержи меня. Все. На сегодня все. Рад был тебя видеть. Всех обнял, поднял. Всем пока.